А теперь о спортивных победах. Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира по дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Он внес весомый вклад в успех объединенной сборной, в которой были также представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Тайваня. Также в копилке сборной Беларуси еще одна медаль. 15-летняя белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем. Конечно, я очень рад. Медаль заслужена. Я сначала, когда проснулся, сразу посмотрел свою команду. Но на самом деле я удивился, думал, такая средняя команда, ничего. Но на самом деле это самая лучшая команда, что может быть. И вот мы старались, мы сделали это. И еще одна награда белорусов прошедшей ночью. Пара акробатов Виктория Охотникова и Илья Фоменков вошли в состав интернациональной команды и завоевали бронзу. Теперь, после 4 соревновательных дней, у нашей команды на играх в Аргентине 5 медалей.